да? Это мухи просто это, чокнулись. Одолели. Я сегодня не знаю, сколько я их била, била. А толку никакого. Случилось чудо. Этот день настал. Слушай, ну ты раз уже так быстро не сможешь снять, потому что мне как его защитку нужно открутить. Так, ну он по принципу заряженный должен, не по принципу, а обязан быть заряженным, потому что нельзя аккумуляторы доставлять разряженными. Иначе емкость теряется, и он вообще может не включиться. Убьется просто и все. Они на солнышко, походу, летят себе к окну. Не знаю, я их сегодня штука 20 или 30 побил, он толку никакого. Безрезультатно. Они как были, так и есть. Ощущение там, как Эмиль говорит, они там чего-то успевают плодиться или чего. Толку никакого нет. Ты делай все очень аккуратно. Слушай, под руку не говорят. Все. Включается мой другалек. Ну ты уверен, что это... Все, ну ты что, не видишь, что ли, а? Подними лицо, у тебя вообще нет. На сколько заряжен? Ну процентов, наверное, 30-40, 20. Хрена я разброс, конечно. Все, я снастал. Милай. 75% заряжен. Это великолепно, да? Да. Ну все, поздравляю, поблагодари от всего сердца. Уже там и голосовой отправил. Человек, спасибо большое. Ты кого изображаешь-то? Понятно, где у кого. Так, ладно. Сиськи мои. Как ты там поговорил? Сама. Так. Зато Путин сидит плюс-минус. Но я все равно для безопасности сделаю вот так вот. Чтобы он внутри корпуса не трёсся. Сейчас. Ну-ка. Колхоз дикий, я знаю. Нужно вообще приклеивать его на специальные эти. У меня их нет. Я делаю. Не качался в корпусе. Как бы заглушечка такая. Чё это я запихал? Кусочек от спички. Чтобы он в корпусе не трёсся. Поняла? Всё. Он теперь плотненько сидит. Так, давай, сиси-масиси. Давай, чуть будет, это уже... Что это такое? Защита. Ну и вдобавок как бы и радиатор. И радиатор. На время. Давай, пробуй. Ну что, сейчас я закончу. Это такой скучный процесс. Я смотрю, походу разгулялся. Прям жарко. Жарко даже? Да, я в кофте в этой твоей. Только что куртку одевал, выходил.
Ты сиси, мы сиси. Ну, короче, как говорится, да. Нет, это я двоих этих мемов насмотрела. Маяшка. Получается. А чё нет-то? Последний. Крайний. Ну, хотя туда последний. А не молюсь, а шурупы? Да. Болтики, а не шурупы. А ты... Правда, она у меня плоская, а не крестовая. Но это ничего страшного. Mm. Это потом я к другу зайду, там проклею. Все равно я новое. Oh, стекло новое. Блин, что-то я сейчас посмотрел, что-то... А, временно, вот так вот. Нормально. Ну, временно, а как его, запечатать или как? Да, временно. Я сейчас проклею паядником через пластиновую, алюминиевую, и эти старый клей вот этот он возьмется и приклеится. Хотя бы чуть-чуть. Так, ну все, нормально. Хотя бы чуть-чуть это не годится, надо что-то будет как следует делать. Чуть быстро как-то 5% ушли. Это сама эта крышка, ну-ка поверни ее, она вся полностью разбитая, да? Да, я уже снял отпечаток пальца. Я снял уже отпечаток пальца, потому что все равно его пересаживать нужно будет. А туда, если пыль какая-то или что-то? Ничего там, успокойся. Ну так нельзя. Спокойно, все равно сейчас быстро заменится. Нужно выкрасить. Как будет у вас? Как оно стоит? 300 с чем-то сейчас уже подорожал немного. Mm. Так. А может пока хоть скотчем это закрыть? Ты что, прикалываешься каким скотчем? Слушай, не устраивай делать концерт, я... Во-первых, дырка только в одном месте бывает. А это техническое отверстие. Я сейчас обратно вставлю отпечаток пальца, успокойся. Не надо устраивать. Ну, все, выключай, правда. Я...